Друзья мои, предлагаю выпить за здоровье новобрачных. За их счастье. Желаю вам быть счастливыми. Жить долго-долго. Растите детей. Пусть всегда будет ваш дом страной. Счастливо. Поздравляю. Я пью за ваше здоровье. За нашу дружбу, за наше родство. Поздравляю от всей души. За вашего друга Вартана и его невесту. Эй, люди, в Вернашене пожар полыхает. Что горит? Не знаю, чей это дом? Рубен. Пойдем, пойдем. Успокой свою Рануш. Остались мы с тобой без крова. А говорят, нажитое честным трудом не пропадает. Что будем делать, Бабкен? Придумаем что-нибудь. Доброе утро, товарищи. Сейчас мы с вами разучим новые упражнения. Встаньте прямо, вдохните на месте, шагом марш. Раз, два, три, повыше колени. Садитесь. Движение руками широкие, размах. Садитесь. Беда. А беда, как известно, одна не приходит. Ничего, образуется.
Арменак, может, покуришь? Давай. О чем вы говорили? Мама не хочет, чтобы я меняла фамилию. Почему это? Откуда я знаю? Отключите микрофон. Ну что тут поделаешь? Конечно, теперь не до гуляния. Я думаю, невеста пусть остается у нас, а свадьбу Бог даст, доиграем. Так не пойдет, дорогой. Все ясно. Да? Он правильно говорит. Не согласен. Мы же не старую деву выдаем. Где это видано, чтобы, не сыграв нормальную свадьбу, ввести невесту в дом жениха? Как ее дядя, я категорически возражаю. Зарзан, дорогой, ты же видишь, я потратился не меньше вашего. Но Рубен, мой друг, не до свадьбы нам сейчас. Что же получается? Я должен отдать вам свою единственную дочь, нарушая все обычаи и традиции. В таком случае, Багаршак, давайте отложим торжество до тех пор, пока не отстроим дом Рубену. Точно. Он крестил моего сына. Не менять же крестного. Ничего, поженимся чуть попозже. Мир от этого не перевернется. Но ты... А что? Не ссорьтесь. Как Арменак решил, так пусть и будет. Что ж, дело ваше. Раз вы все решили, прощайте. Идем. Куда? Вставай. Есть на чем. Ой, Шагик Джан, спасибо. Но ты зря стараешься. Все равно я теперь глаз не сомкну. Тебе так кажется, сомкнешь. А почему ты ничего не ешь? Какая тут еда? Попробуй, тебе да понравится. Мне сейчас и кусок в горло не пойдет. А ты говоришь, понравится. Вот, постирать захочешь? Ну, что я могу постирать, если все сгорело? Ну ладно, ладно. Курочек тебе принесла, очень хорошо несутся. Зачем они мне нужны? Никогда я их не держала, а теперь вообще нас детский сад кормит. Ничего не выйдет. Я же сказал, нету. There is not Nespa. А с тобой никто не разговаривает. Мы к председателю пришли. Да хоть к кому? Ервант, иди сюда. Ну что сидишь? Зовут. Выходи. Я вас слушаю. Ты что, начальство сидит, а ты дверью хлопаешь? Люди решают, как помочь человеку. Ну что тут плохого, а? Слушай, Аванес, в финансовых операциях нужен порядок, чтобы не загреметь куда-нибудь.
Вот оно, мое единственное руководство, моя Библия. А ты ее пока отложи. Не Библией жив человек. Присядь. Угу. И присядь. Садись. Ерванджа, мы должны подумать как следует. Посоветоваться и постараться найти какие-нибудь средства для погорельца. Помозгуй. Вы это бросьте. Нечего мне тут голову морочить. Никаких нарушений я не допущу. И где только он свое образование получил? Не твое дело. У нас тоже этого добра хватает. И мне дай. Держи. На, на. Дела обстоят так. Поскольку мы по графе индивидуальное строительство, средств не имеем, у нас нет возможности построить новый дом. Ерванд, я прав? Прошу ко мне не обращаться. Чего ж ты тут сидишь? Могу идти. Скатертью ну дорога. Ну, испугал дает. Тоже мне. Да не заводитесь вы, хватит. Сядь, Ерванд. Вот что я вам скажу. Этот дом, дом Рубена, необходимо отремонтировать. Слушайте, а что там ремонтировать? От него же ничего не осталось. Подожди, Патвакан. Повторяю, будем ремонтировать. Дошло до вас? Дошло. Так, 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 ближе, ближе, еще. Куда? Еще немного. Куда тебя так, несет? Так, что так, ты так, все так, сгребаешь так, в одну все, кучу, пестолочь? Стоп, стоп. Не мешай, Ануш. Видишь, человек делом занимается. Дело с умом надо делать, а он прется на пролом. Что ты кричишь? Он сам знает, а что делать. Может, там что-нибудь нужное осталось? Давай назад. Подождите, Рубен придет, разберется. Ломать вы все мастера. Ой, Рануш, ну что ты за человек? Потерпи, молодежь придет, все мигом расчистит. Да от вас что от стариков, что от молодых, стоп. Толку никакого. Стоп. Привет, трудяги. Здравствуй, Бабкин. Тетя Рануш, добрый день. Назад, назад. Это все, что вы успели? А что, мало? С утра тут возимся. Здравствуй, Бабкин. Я же с вами поздоровался. Я тебе отвечаю. Только и всего. Она так разговаривает, как будто мы дом подожгли. Бабкин Жан, если пришлешь что ребят, чтобы помогли площадку расчистить, за один день мы все закончим. Ребята к вечеру будут, я им сказал. У меня же свободных рук нет. Вас тоже, между прочим, никто с работы не отпускал. Да, но мы почему же... пчел без присмотра бросили? Там моя жена. Не волнуйся, мы и план выполним, и дом построим. Бедняга Вартан, места себе не находит. Еще бы, невеста в другом селе. Что ты все тарахтишь? Смешишь людей! А если дом Рубена будет строиться целый год? И сыну придется столько ждать. Я своих решений не меняю. Тоже мне решение. Ляпнул, не подумав. По парню теперь расплачиваться. Хм. Поесть спокойно не дадут. Не заводись при Вартане. А девушку разве не жалко? И у нее тоже отец имеется. А вдруг он расторгнет этот брак? Как ты людям в глаза посмотришь? И тысячу раз будет прав, если расторгнет. У твоего сыночка ни самолюбия нет, ни уважения к родителям, в кого только уродился. Мам, дай поесть. Сейчас, сейчас, сынок. Садись. Не перечь. Что бы ни говорил, он твой отец. Слушай, вот когда ты как угорел и мотаешься туда-сюда, туда-сюда, что ты хочешь этим сказать? Объясни мне. Да не собираюсь я ничего говорить. Для Арменака запомните оба. Честь превыше всего. Ешь, сынок.
Да будет тебе. Кто они? Этот коротышка Аванес? Или Патвакан, чтобы смеяться над твоим отцом? А Бабкен хоть и молчит, а за глаза тоже посмеивается. А ты вместо того, чтобы заявить, да, мой отец прав, его решение справедливое, даешь им повод глумиться надо мной. Я могу отказаться от невесты, если тебе нужно. Только попробуй. Вот это да, вы посмотрите, как он себя ведет, как он заговорил. Молчу плохо, говорю плохо. Что тебе нужно от меня? Я хочу, чтобы ты был достоин своего отца. Эй, люди! Решение моего отца справедливое! Да, мой отец прав! Доволен? Сынок, он издевается. Он издевается надо мной. Ни во что не ставит родного отца. Ах ты, сукин сын! Да я тебя... Арминак! Что ты делаешь? Спокойно, мать. Посытись. Думаешь, усы отрастил? Прекрати, так что люди говорят? Лупи! Подсилец! Хватит! Беги. А сейчас... Беги, Вартан! Это мой сын. Такого мерзавца в нашем роду не было. От вас это все, от вас, так и знай. Вот наглец. Аванес, Патвакан, выйдите, заруби себе на носу. Отец, куда бы ты ни смылся, убивает. От моих законов не убежишь. Радуйтесь. У нас в роду честь превыше всего. Ах, Рубен, да будь проклят твой дом, который сгорел. Тот угол вроде неровный получился. Натягивай, натягивай. Так, левее бери. Еще левее. Еще один кол собьем, и все. Закончим. Что вы делаете? Давай потом. Здесь будет дверь. Значит так. Входишь с балкона и прямиком в свой кабинет. А мне кажется, здесь для двери не место. Ты ведь знаешь, с той стороны ветер. Лучшего места не придумаешь. Чего спорите? Учитель верно говорит. Вы ее поставили неправильно. Дверь должна открываться на восток. Это точно. Здесь сторона теневая. Да? Да. Все. Уважим пожелания хозяина. Деро, перенеси ее туда. Пошли, Дуреник. В тот угол. Клади сюда. Так. Благодарю. Ну, а если сразу две двери поставить? Я видела, так делают. А действительно, в случае пожара две двери даже удобнее. Мы что, дом строим или караван-сарай? Чего ты вмешиваешься? Ступай домой. Идем. А что я такого? Мальчики, пошли. Рубен, Жан, ты же нарисовал все подробно. Не стесняйся, покажи им. Такой красивый рисунок у него получился. И ты молчишь? Давай скорее показывай, что ты там нацарапал. Чего ломаешься? О, и во сне такое не увидишь. Да. Доброе утро, товарищи. Сейчас мы с вами разучим новые упражнения. Ервант, вам сделать омлет или яичницу? Омлет! Хорошо, мои дорогие. Аршак, дыши глубже. Артаваз, голову выше. 21 на 30. 273. Молодец. 23 на 36. 828. Браво! Внимание! Раз, два, три, четыре. Раз, Артаваз, не опаздывай. Три, четыре. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Раз, два, три, четыре. Раз,
два, три, четыре. Наш баланс опять заряжается. На одной зарядке долго не проживешь. Лучше бы с нами в поле поработал. А то и себя зря изводит, и детей мучает. Детей он в бухгалтера готовит. Рубен Джан, я сон видела, как будто ты стройматериалы привез со склада. И цемент тоже. Да? Дядя Рубен, вы будете с нами играть? Обязательно. Вот только съезжу на базу. Что бы там ни было, но Арминак неправильно поступил с молодыми. Так вы с ним не согласны? Как педагог, нет. Родичи невесты тоже хороши. На месте жениха я показал бы им. Не понял? Да девчонку сторожат так, что Вартан и подойти-то к ней не может. Ничего, скоро все придет в норму. И дом начнем строить, и невесту нашу вызволим из-под ареста. Не горюй. И тут кто-то крикнул, верноше не пожар. Все повскакали с места, помчались в деревню. А прибежали и увидели, что торопились мы зря. Дом мой уже догорал. День был ветреный, дом старый, деревянный. Вот он и вспыхнул, как спичка. Что тут останется? Ничего. Да и потом... Как там не говорите, но огонь все-таки сильнее человека. К тому же была ночь, так что в деревне все спали. О. Подписать я подпишу, конечно. Но будьте осторожнее, а то мы строим, а вы поджигаете. Так я же... Благодарю вас. А сейчас на склад Генри все выдаст. Спасибо. Пожалуйста. Открывали его! И так-то все просто, мой дорогой. Эти два клятвы ну, никогда сразу не поддаются. От частого открывания до закрывания. Вот видишь, замок заклинил. Ах, Леон, Леон. Попробуй теперь. Что, Леон? Я человек маленький. Можешь ехать? Эй, отведи машину от поста! Не меньше, чем на 10 метров! Простите, это не вы заведующий? Я уже сказал нет. Сколько можно спрашивать? Извините. И кто мог подумать, что наш праздник закончится так печально и так быстро? Только сели. Ну-ну. Только начали, как кто-то крикнул, что верноше не пожар. Все повскакали с места, помчались в деревню. Да, не повезло. Не хотел бы я быть на вашем месте. А кто бы этого хотел? Никто. Ну и дальше? А дальше сельсовет принял решение помочь мне. Товарищ Маркосян наложил резолюцию и направил к вам, чтобы вы отпустили мне стройматериалы. Вот и все. Каро, отпусти по списку. Машина есть? Есть, есть. Большой грузовик. Так, 5 дверей, 6 окон, доски, цемент, камни. Но мы не сможем столько выдать. Раз приказано, значит, сможем. Играй. Мы тут для того и находимся, чтобы выполнять все распоряжения начальство. Ну, большое спасибо. Но чтобы выдать, надо иметь. Эх, сейчас нет. Извините, а когда будет? Каро, ответь ему. Каро, Каро. А что Каро? На такой вопрос не так-то легко ответить. У нас сроки есть, план есть. Очередь есть. И закон есть. Хорошо бы как можно скорее получить цемент и камни. Загляните в конце недели. В конце недели? А разве раньше нельзя? А, ну что ж, спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. Ты за свое, Вартан. Слушай, что я скажу.
А Смиг запрещено появляться с тобой на людях до свадьбы, и ты это знаешь. Сейчас же отвезешь ее назад, и чтобы я вместе вас не видел. Ты понял? А увижу вас на таких прогулках еще хоть один раз, это будет последний раз. Так и знайте. Я бы отвез ее, дядя Зарзан. Да вот мотор заглох. Заглох? Чего это вдруг? И почему именно сейчас заглох? Подтолкнуть бы. Вартан же не нарочно. А ты молчи. Толкайте. Держи прямо. Так. Еще немного, дядя Зарзан. Еще, еще. Побыстрее. Вы куда? Вам же в другую сторону. Вартан, немедленно верни ее домой. Ну, подожди, сопляк. Ты меня попомнишь. Ты еще пожалеешь об этом. И очень скоро пожалеешь. Слышишь? Вартан, слышишь? Арминак. Иди сюда. Иди. На минутку. Разговор есть. Отойдем. Что случилось? Садись. Ой. Опять он увез ее на своем мотоцикле. Кто? Вартан. Кого? А Смиг, кого же? Куда? Вот, в том-то и вопрос. Сам подумай. А вы что, не могли схватить его и врезать? Да, Арминак, не спеши, дорогой. Кулаки тут не помогут. Да и поздно уже. По селу пошел дурной слух, понимаешь? Как же быть? Ума не приложу. Закури. Иди сюда. Иди, иди. Как поживаешь? Хорошо? Возьми это. Бери. Как же так? Неси. Двигайся. Куда? Давай, иди. Иди, иди. Держи выше. Нехорошо, Зарзан. Недоброе это дело. Ставь, говорят. Вот ваше кольцо. Возвращаем. И покончим на этом. Отныне между нами нет родства. Все. И чтоб ваш парень больше к нам ни ногой. Нельзя так поступать, Зарзан. Дети ни в чем не виноваты. Пошли. Ах, Рубен, да будет проклят твой дом, который сгорел. Извините. До свидания. Вы не видели заведующего? Слушай, ты мне надоел.
Сказал, не видел. Дай спокойно поработать. Простите. Ты что, обалдел? Извините, пожалуйста. Стоп, стоп! Все правильно. Езжай. Давай, давай. Пока дождешься, пока погрузишься, и день кончится. Слава богу, нашлось, что погрузить. Почему мне говорят нету, а другим выдают? А я-то откуда знаю? У меня одно дело – открывать и закрывать ворота. Я вижу всего лишь, как люди заезжают, толкуют, забирают и уезжают. Главное здесь – уметь столковаться. Что значит уметь? Я культурно объясняю, вежливо говорю. Как еще просить? А не так говоришь. Я сам слышал, совсем не то говоришь. Четыре слова произносишь и шесть раз при этом закон упоминаешь. Ну и что? Вот поэтому Генрих отвечает. Загляни в конце недели. Потому что ваш неуловимый Генрих – самый настоящий мошенник. Ты что несешь? Да, мне мошенник. Мне такое слушать не положено. Жулик! Отойди от поста, тогда и кричи, что угодно. И крикну! Хочешь меня куска хлеба лишить? Еще и пойду, куда иди, следует. Иди, посмотрим, что из этого выйдет. Этого вашего Генриха отсюда уберут. Вот увидите. Куда подевался Рубен? Не стряслось ли чего? Полдня его ждем. Не удивлюсь, если стряслось. И что за проклятие на нашу деревню навалилось? Не одно, так другое. Вот именно. Не ожидал я такого от Зарзанда. А ты сиди, помалкивай. Ешь, ешь свой кисель. Чего ты к нему цепляешься? Он знает чего. Не мог достойно ответить Зарзанду. Жалко, я не был тогда дома. У меня-то разговор короткий. Зарзанд в дверь, а я его пинком обратно. И я бы его выставил. Да теперь поздно. Я еще с ним рассчитаюсь. Товарищ Маркасян еще здесь? Его вообще больше не будет. Господи, неужели понизили? Наоборот, повысили. Теперь тут Бабаян. И пусть, в конце концов, мне наплевать, кто этого мошенника уберет с работы. Он не имеет права там сидеть, и я требую, чтобы его сняли и наказали по всей строгости закона. Я этого так не оставлю и добьюсь своего. И вот уже целый месяц он водит меня за нос. Почему для других у него и доски, и цемент, и камни, все. Все находится, а для меня ничего нет. Сколько я могу жить в детском саду? Я уже вышел из этого возраста, и потом существует закон. Если по закону мне положено, он обязан все выдать. А не положено, так скажите. Мол, выдать нельзя, но раз вам негде жить, ступайте и украдите стройматериалы. Хм. К сожалению, тут нет документа, подтверждающего, что это не вы сожгли свой дом. Следующий. Вы свободны. К черту этот проклятый дом! Что вы делаете, дядя Рубен? Отойди, не путайся под ногами, Вартан! Все равно разрушу! Не нужен мне этот дом! Ничего мне не нужно! Я сам своими руками сжег свой дом! Ну, раз нет документа, что это не я, значит я! Перестаньте! Пустите! Пустите меня! Отойдите все! Не мешайте! Ранушь! Ничего у них больше не будет, ни во сне, ни наяву! Раз не положено, не нужно! Раз не положено, не хочу! Ничего не хочу! Пустите меня! Ранушь! Ранушь! Где Ранушь? Арбинак! Арбинак, хватит тянуть, жени своего сына! Никакого дома у нас все равно не будет! Дядя, ничего мне не надо! Пустите! Отпустите меня! Чихал на все ваши резолюции! На этого жулика закона нет! Захочет даст, не захочет не даст! Говорит, кто следующий! Thank you.
Пора в школу, я остаюсь. Тогда так и напишите. Мол, такого товара у нас нет. А зачем это нужно? И потом существует очередь. Он человек культурный, должен сам все понимать. Ну, если очередь... Садись, Коров. Нажимай, нажимай. Не робей. Вы выйдете или намыте? Подождите. Еще вопрос. А как получается, что люди приезжают и в тот же день получают товар? Разъясни, Коров. Они же рта не дают открыть. Арминак раньше был председателем сельсовета. Так сказать, человек заслуженный. Неужели у вас даже к нему уважения нет? Уважение есть? Почему же? Материалов нет. Что он может сделать? Если бы были, я этому кляузнику и паршивой щепки бы не выдал. Назвал меня жуликом, а? Требовал, чтобы меня сняли. Пожалуйста, жалеть не стану. Это ж сущее наказание моя работа. Сам бы ушел, да не отпускают. Подтверди, Карл. Ну, ладно, ладно. Не сердись. Чего ты разошелся? Рубен, разумеется, жаловался зря. Погорячился. Но ты уж прости его, кто без греха. А сейчас давай по-хорошему. Мы кое-что захватили, чтобы нам было легче понять друг друга. Вот, пожалуйста. Вы что же это, подкупить меня решили? Дверь прикрой. Дверь прикрой. Так, это... Давай сделаем небольшой перерывчик и душевно посидим. А теперь я вам скажу. Забирайте эту несчастную бутылку и благодарите Бога, что вы на меня напали, поскольку другой на моем месте за решетку бы вас засадил. Убирайтесь отсюда. А? Что? Проваливайте. Возьми, Рубен был прав. Куда нам теперь податься? Вот и я думаю. Может, в исполком пойти? Нет, пойдем к Сако. К какому? Сыну Матоса? Да! Эй, поезжай за нами, к Сако. А ты чем тут занимаешься? И как он не лопнул? Вот, стыдись, обжора. Давай. А то живот подвело. Не! Дядя Рубен не поедет! Он говорит, что обращаться к Сако ниже его достоинства! Ай, ну, вот и делай людям добро! Выходит, у нас достоинства нет? Ну и черт с ним! Пойдем сами! Отвези его в деревню! Бутылка водки, 4 пива.
О, кого я вижу, желанные гости. Арменак, дорогой. Здравствуйте. Дядя Аванес, Патвакан, Эроджан. Заходите, заходите, заходите. Не стесняйтесь, сюда. Вот тут свободный столик. Чувствуйте себя как дома. Садись. Садись, Деро. Позови Беллу. Сакоджан, вообще-то мы хотели поболтать с тобой наедине. Могу выгнать всех в шею, хотите? Да уж пусть сидят. Обслужи гостей. А это зачем? Слушай, ты нас не позорь. Как тебе не совестно? Ну-ка, убери ее сейчас же. Как твой отец, Сакоджан? Да ничего, скучает вот только. Целые дни говорит о тебе, о Патвакане, о дядюшке Аванесе. Чудо, привези-ка сюда отца, надо порадовать старика. Арменак, скажи, приехал. Давай живо. Кузнец Арменак. Вот недавно он говорит, а мы так же, как сейчас сидели. Эх, Сакоджан, денечка три бы пожить бы в родной деревне, тогда и умереть не жаль. Тоскует. Мою любимую. Земля зовет. Да. Сакоджан, подожди. Говори, Пато, говори. Ты помнишь тот ручеек? Он бежал как раз между нашими домами посредине. Разве можно такое забыть? Зря вы переехали в город. Кому вы это говорите? Тебе. Вы отцу скажите. А? А теперь он ворчит, что в городе нечем дышать. Точно. Я говорю, отец, неужели в родном селе тебе не выделят хоть крошечный клочок земли? Выделят, конечно. А я тебе домик поставлю, живи на здоровье. Молодец. Я, может быть, не прав? Все правильно. Арменак, ты тоже так думаешь? Ну, конечно, все же деревенскому человеку в городе жить трудновато. А. Вот и мне кажется, что сельсовет должен уважить просьбу старика. А? Уважит? Да, непременно. Да. Ну, ладно, все это мелочи. Вы спросили, я ответил. А как это вы вдруг вспомнили обо мне? Сакоджан. Ну-ну. Если честно, то дела у нас в селе неважные. Да, неважные. Да в чем дело? Что вы тянете? Может, ты слышал, что у Рубена дом сгорел? Слышал, слышал. Открой и налей всем. А имеет он теперь право построить себе новый дом? Безусловно. Так вот, месяц прошел. То товары нет, то фондов, то одного, то другого. Туда гоняют, сюда, назад. Да сколько же можно? И очень правильно делают, что гоняют. Так вам всем и надо. Вы что, не знали, где найти Сако? В вашей деревне я вырос или нет? Да. Давайте выпьем. Ваше здоровье. Жаль, вам не слышно, о чем сейчас мое сердце говорит. Не стесняйтесь, закусывайте. Ешь, Деро, ешь. Сакоджан, у вас картошки нет? А? Чего он хочет? Ну, ты даешь, Деро. Белла, быстро, быстро. Белла, дай ему вареные картошки. Все-таки нет. Нет, ты нисколько не изменился за эти годы, Дероджан. Все такой же. Да. Он у нас всегда как дитя был. Ешь, дорогой, ешь. Может, он иностранец? Из ближайшей деревни. Изысканное блюдо, ничего не скажешь. Вот документы на стройматериалы. Все как надо, честь по чести. Да спрячь ты их, кому они нужны. Небось, за резолюции бегали к начальству, к Маркосяну. Да на эти подписи Генриху наплевать, он же аферист. Ясно. Точно. Жулик, мы уже налей-ка, налей-ка еще. Стоп.
этот маленький бокал. Но от всего сердца я поднимаю. В чем дело? Да чего там долго говорить? Считайте, что дом уже построен. И все. Молодец. Ну, просто молодец. Вася Кожан, дай... Продолжайте. Дай я тебя расцелую, дорогой. Разгружай машину. Давай. Смелей, смелей. Так. Хорош, все, отъезжай. Дыро, тяни. Смотри, наш баланс с кем придет. Добрый день. Мое почтение. Здравствуйте. Вот, строим дом. Я вижу, вижу. Строительство дело неплохое. Товарищ Барсегян, ревизор. А мы не строим, мы ремонтируем. Да, я вам говорю. Понятно. А это хозяин. Добрый день. Здравствуйте. Да, я вам очень сочувствую. Страшная беда, пожар. А почему он возник? Что случилось? Ничего не случилось. Я ни с того ни с сего взял и поджег дом, он и сгорел. И вот отстраиваю себе новый. Правда, не само за счет колхоза, но это не важно. Странно. Что ты болтаешь, Рубен? Что он несет? Да ты хоть сам-то понимаешь, что говоришь? Я совершенно намеренно облил свой дом керосином и устроил пожар. Дом, конечно, сгорел. Вы с председателем подписали мне липовые бумаги, вот я строю новый. Что тут неясного? Значит, бумаги липовые? Клянусь, это неправда. Он просто с ума сошел. Спятил. Ради бога, потом, убери ты этого психа. Сейчас, сейчас. Уходи. Иди без отсюда, паники. Иди. Вставай, Рубен. Зачем? Вставай, пойдем со нам мной. Нам нужно это ведро. Тебя Рануш зовет. Милит сам не знает чего. Товарищ ревизор, все было не так, не так. Он вам наврал. Клянусь. Можно? Да, заходи. Здравствуйте. Здравствуйте. Входите, садитесь. Спасибо. Опять показал в моем огороде. А ты своему скажи, чтоб забор починил. Я не помешаю вам? Нет, что вы. Ну, говори. Говорить? А о чем говорить? Ну, ты же зачем-то пришел. Кто? Я? Что-то у вас душно. Принесу холодной водички. Чего он проверяет? Такая у него работа проверять. Говори. Я тут пообещал кое-что. Не думай, все законно. Ты ведь не откажешь? А что ты обещал? Сын Матоса, ты знаешь, Сако, просит, чтобы его отцу дали тут клочок земли, а он ему домик построит. Вот заявление. За тебя теперь взялся. Ты читай, читай. Я этим торгашам не то что землю, кусочка камня не дам. Сначала город спаили, а теперь решили деревню испортить. Пока я председатель, не дам губить наших людей. Ну, ты молодец, я молчу. Гурген, позови сюда Ирванда. Думаешь, если ты можешь отказать, так ты ах, какой всесильный! А ты попробуй достань хоть одну доску, хоть один камень, пол ведра цемента! Тише, тише, чего ты орешь? Будь ты на моем месте, согласился бы впустить их в деревню, а? Ведь ты серьезный, почтенный человек, а просишь за каких-то спекулянтов и проходимцев. Что с тобой, Арминак? Тебе не совестно? Здравствуйте, рад вас видеть. Здравствуй, Майрануш. Здравствуй, Сакоджан. Вот где я хочу поставить себе домик Чито.
Выделят мне землю, и дом вырастет быстро, как в сказке. И какой дом? С камином, с гаражом, с бассейном и с финской баней. Да, и с сауной. Спасибо, напомнил. А Рубен где? Зови и скажи, что Соко приехал. Рубен, ты должен поблагодарить Соко. А зачем это? Ну, если бы не он, не было бы ни камней, ни цемента. Рубен, ты куда? Я не буду с ним разговаривать. Интересно. Кажется, погода портится. Привет, земляки. Здравствуй, Сокоджан. Ну, как движутся дела? Что же вы не заглядываете? А? Я уж думал, не случилось ли чего. Привет, вот решил навестить вас. Здравствуй. Здравствуй. Добрый день. Здравствуй. Здравствуй, Сокоджан. Здравствуй. Уже заканчиваете? Ну, что ты, дорогой, нам еще много. Вот двери, и окна, и крышу. Потому что не дали. Не страшно, дадут. Ну, разве что ты скажешь. На минутку. Да-да. Скажу, скажу. Заявление, что ты мне... О, перестань, я же не за этим приехал. Да, но тебе отказано. Чуто, разворачивай. У меня к тебе просьба, Арминак. Не говорите отцу. Старик не выдержит. Прощайте. До свидания. До свидания. Да. Бумаги. Сами получите у Генриха то, что осталось. Если сможете, конечно. Фу. Аферисты чертовы. Ерванджан, к тебе друзья пришли. Арминак, Аванес Коротышка. Скажи, и Пато пришел. Ерванд! Ерванд, взгляни на нас. Выведи мальчиков. Дети, идите в сад. Бегите, поиграйте. Пришли, видно, доконать меня, Арминак и компания. Ты зачем обижаешь нас? Что, тебя уже навестить нельзя, а? Я обижаю. А сами-то вы со мной что сделали? Если ревизор меня спросит, товарищ главбух, интересно, это по какой такой статье вы оказали учителю Рубену материальную поддержку? Спросит, вы ему эту сумму дали? На ремонт или на строительство? И что мне тогда ответить? Ерванджан, а чего тут голову ломать? Как было, так все и расскажешь. О, тоже советчик нашелся. Ты что? Я ведь главбух. Ответственное лицо. Если все рассказать, меня посадят. Арминак, ты бы подумал, как выкрутиться. А я что делаю? Закурить дай. А? Дорогие мои друзья, дорогой Аванес. Арминак. Да, конечно. Дорогой Арминак. А меня зовут Аванес. Я знаю, знаю. Мой дорогой коллега Ерванд, сегодня мне хочется быть откровенным. Мою душу, дорогие друзья, вам бы не удалось подкупить ни этим замечательным шашлыком, ни этим прекрасным вином. Зато вы меня совершенно пленили. Именно пленили величием своих сердец. Да-да,
Вы люди, так сказать, с большой буквы. Спасибо. Да, что верно, то верно. Все, что у нас хорошего, все от Ерванда. Точно. Позвольте, я продолжу. Мой тост еще не закончен. Так вот, мы, ревизоры, чем-то очень напоминаем шахтеров. Мы так же, как они, копаем, проникаем внутрь, добираемся до глубин. Так что провести ревизора нелегко. Он видит не только явное, но и все, что скрыто. Все, что скрыто. Вы такого шашлыка еще не пробовали? Ага. А копать у нас нечего, все на виду. Начнем, пока он горячий. Ему полный стакан. Сам знаю. Да, тот же отдельный. Костя, самый лучший кусочек. Вот, отведайте. Держи. И шашлыка отведает, и вина выпьет. У меня тост. Я хотел бы немного сказать об одном человеке, если позволите. Давай, говори. С чувством особого уважения я предлагаю осушить бокалы за человека удивительно скромного, удивительно бескорыстного и, что главное, честного. За нашего Ерванда. Да, Ерванд – гордость, Силавер Нашен. Ерванд Жан от души желает. Хочу подчеркнуть, Саджат Тигранович, что у Ерванда чистая душа и всегда чистые руки. Он весь чистый, как новорожденный ребенок. Переходи к дому Рубена. Я и подбираюсь. К примеру, ну, сколько раз я говорил, и другие тоже, Ирван Джан, сделай для нашего Рубена хоть крошечную уступку. Сделал он? Даже не думал. Ничего не сделал. Какого черта я распинался перед ним? С вином перестарались. Старик не выдержал. Тише, тише. Ты что, он может услышать? Но мне тоже хотелось сказать, что я уважаю тебя. Так скажи. А теперь-то зачем? Укрой его, еще простудится. Бабкен едет. Видно, кто-то ему уже донес. Накройте с головой, может, Бабкен не заметит. Ну что? Как дела? Бывает и похуже. Чем занимались? Да так, закусывали. Ага, слегка. Вот как? А кто это там разлегся? Где? Там никого нет. Человек, не перебивай дорогу. Очень уважаемый человек, а что? Арминак, я считаю, надо сказать Бабкену правду. Говори. Сейчас. Ты понимаешь, какая история? Нам кое-кто сообщил, что человек, который там отдыхает, нашего Ерванда хочет очернить. А может и посадить, кто знает. Он все что-то ищет, в бумажках копается. А Ерванду есть чего бояться? Объясни. Ну, знаешь, это заявление Рубена. Ну, да. Насчет дома. Дома? Да. И кто же вам сообщил? Один прохожий. Поехали. А прохожему можете передать, что материальная помощь, оказанная Рубену, вполне законна. И все согласовано, с кем следует. Вот так. Мое почтение. А мы так расхвалили тебя, слушать было тошно. Никто вас не просил. Постой-ка, Пото, постой-ка. Разве не ты притащил нас сюда? Я? Да. Арминак. Арминак? Ничего подобного. Да, но ведь надо закусить. Ты сказал, я сам слышал. Я просто сказал, надо закусить. Да. Но я не говорил, надо закусить. В таком случае кто? А, Дыро. Дыро. Ах, Дыро. Да. Дорогие уважаемые друзья, я поднимаю свой бокал исключительно за вас.
исключительно за вас и за ваши это просто замечательно высокие горы. Арминак Джан, садись. Садись, Арминак Джан. Слушай, сколько можно повторять, меня зовут Аванес, а не Арминак. Да знаю, знаю. Будьте, дорогие друзья, всегда здоровы и вечны, как ваши горы. Вот болтун. Налейте, налейте, полнее бокалы, полнее... Так поет, будто он никакой не ревизор. Сто раз ему скажу. Меня зовут Аванес. И что ты думаешь, так и не понял. Держи его крепче. Ну, держи, осторожнее. Еще свалишься. Иди, иди. Ну, тяни. Сильнее, сильнее. Зря столько выпили. Эх, Батон Жан, выпили, ладно, ты мне другое объясни. Отчего это я старый Аванес так Ерванда расхваливал? Да кто он такой, что я ему столько уважения оказал? Столько хороших слов наговорил. Пошла, пошла! Нет, ты только взгляни, на кого ты надеешься. Ты полюбуйся на них. Рануш. А что Рануш? Эй, Рануш! Опять на нас дуешься? Вай, поприветствуешь сначала друзей. О, Рубен Джан, большой тебе привет, уважаемый учитель. И от меня тоже. Вы что это, уже навеселе? А мы чуть-чуть выпили, только так, по несколько капель. Ну, может, и один стаканчик. У нас была причина. Да. Они живут весело, им-то что? Это у нас с тобой нет крыши над головой. Перестань, и ты вечно за них заступаешься. Ах, Бабкен, Бабкен, у нас, если бы мы знали, и двери бы уже были, и окна были бы вставлены. А крышу не забудь. Точно, была бы уже и крыша. Идите, проспитесь, а нас оставьте в покое. Хватит, Рануш, ну что ты к нему... Не дави, Рубен, все равно скажу. Это что же, если он культурный человек, значит, с ним можно не считаться, значит, его можно зимой без крова оставить. Говори, Рануш, говори. Я подожди тоже. Потом, не торопись, подожди. Что значит говори, с какой стати? Ну, да. Сначала пусть она задаст нам вопрос. Друзья, где вы были все утро? С кем вы там налокались? И главное, на какую тему налокались? А тогда уж нас можно и поругать. Ты же ничего не знаешь, а молчишь. Ладно, ладно, мы поняли вас, спасибо. Трой материалы привезли. Дядя Рубен, опять не дали. А ты надеялся, что на этот раз все получишь? Честно говоря, я был бы очень удивлен, если бы хоть что-нибудь дали. Как же теперь быть? Ты мне лучше другое скажи. Там окна и двери были? И окна, и двери, конечно. Были. Там всего навалом. Да всем отпускали. Список у тебя? У меня. Давай. Пото! О. За мной! Куда? За мной! Бюро, за мной. Садись. Наки. Аванес, ты что это задумал? Вперед! Еще тут. Так. 9. 9. Так. Здесь. Вот 10. И последний здесь. 11. 11. 12. Так, всего 11. 12. Кто тут? Объект уже закрыт. Я говорю, закрыт. А ну, марш от поста на 10 метров назад. Убирайтесь или буду стрелять. Открой склад. Думаешь, я шучу? Убирайтесь с объекта. Раз ты не хочешь ты открывать, видишь у меня мы сами заберем, что нам положено. Что? Взять его. Где мешок? Набрасывай. Пустите! Молчать! Хулиганы! Ишь ты! Бандиты! Диверсанты! Подожди, подожди. Это ответите! Пустите меня! Ой, хорош! Запри вот ключ. Убивают! Снимите! Снимите это! Я буду жаловаться на вас! Вот это да! Входите!
Аж глаза разбегаются. Тут и краска есть. Сейчас отоваримся. Даже не знаю, что взять, что оставить. Сколько дверей по списку? Так, дверей. 5 штук. Отметь. Одна дверь, одна краска. Одна дверь, следи, одна краска. Следи, чтобы ребята лишнего с собой не прихватили. Ну да, разумеется. Постой, постой, Верзила, постой. Это что ж такое? Каску-то зачем нацепил? Будем брать точно по списку. Уши надеру, если еще замечу. А камень сверху свалится. Переживешь. А что же в голове легко рассуждать? Подожди. Так, 3 рулона. Можешь идти. Ага. Эй, Дыро, захвати еще одну дверь. А? Дверь. Эй, Ванес, вычеркни. Алифа. Ладно, не задерживай. Дверь одна. А сам не видишь, что ли? Меньше болтай. Так, иди. Иди, иди. Дверей, значит, 1, 2, верно. Вычеркнуть. Алифу вычеркнуть. Все верно. Левон, а ружьишко-то не заряжено. Тебе что, патроны не выдали? Я вот на вас в милицию заявлю. Слышишь? Немедленно выпусти меня. Объект на замке. Отъезжай. Вперед! Левон Жан, товар получен, мы уезжаем. Я расписался в накладных, так что все в полном порядке. Это твои ключи. Возьми. А это твое личное оружие. Можешь охранять объект дальше. Все. Ты уж извини, если что не так. А взяли мы только то, что нам полагалось. Счастливо оставаться. Это чтобы ты не думал, что мы не знаем твоих порядков. Я ведь сразу сказал, что 12. Коротышка зовут. Это он и сказал взять его. Какой, сюда? Да. Кто еще там был? Еще? Минутку. А, еще без тот. Рук только. Где? Вон, вон. С девушкой сидит. Он меня потом сторожил и еще смеялся. И этот слева. Видели? Он у меня ружье отобрал. Если в зале находится желающий принять участие в нашем аттракционе, я с удовольствием приглашу его на сцену. Не бойтесь, друзья, не бойтесь. Смелее. Ах, вы желаете, очень рад. Поднимайся, Дыро, давай, покажи нам фокус. А о чем мне бояться? Прошу нас, пожалуйста. Дыро, вернись, пока не поздно. Попрошу сюда. Да он не влезет туда. Нет, 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 нет. Лучше лицом к залу. Ты что, никогда не выступал? Как видите, ваш друг занял свое место. Сейчас мы закроем дверцу кабины. Вот так. Внимание, сейчас наш новый ассистент появится в этой кабине. Эники, Беники, Сикулиса. Алле, оп, он здесь. Никого нет. Вот
Куда же он делся? Эй, верните нам Деро! Деро просто смылся! Ой! Лопастики только стрелялся! Держи его искать! А? Куда Ване сделся? Его нет. Вартан, Вартан, за что вы? Забрали? Сядьте на место. Вартана в милицию забрали. Скорей, они его увозят. За что их забрали? От вас всего можно ждать. Что Здравствуйте, люди. Добрый вечер. Здравствуй, Зазар. Здравствуй, Арменок Джан. Здравствуй. Здравствуй, Арменок. Что нужно сделать, скажи. Сделаем. Если бы я знал. Вы признаете свою вину? Да, но... Чужого-то мы не брали, взяли только что положенное. Они говорили, у них нет, а у самих все есть. Там на складе и краски, и доски, всего полно. Можно целый город построить. Я спрашиваю вас, вы признаете свою вину? Ах, вину? Да, признаю. Еще вопрос. Кто из вас отобрал оружие? Я отобрал. И я. Я тоже. Нет, ружье я взял. Садитесь. На месте шагом марш. Раз, два, три, четыре. Повыше колени поднимается. Движение руками. Принеси мне сигареты. Вот идиот, а. Пожалуйста. Каро, останься. Ты тоже. А вы идите. Что будем делать? А что делать? Он уже все сделал. Да таких болванов, как ты, душить мало! Ты соображаешь, что натворил? Какого черта тебя понесло в милицию? Не мог мне позвонить? Откуда ты взялся на мою голову, баран? Ну, если не Генриху, мог бы мне позвонить. Милицию-то к чему впутывать? Зачем она тут нужна? Взрослый человек простых вещей не понимает. Стыдись. Вот что. Пойдешь и отменишь свои показания. А как? Скажи, что наврал. Что тебе привиделось. Что ты сошел с ума. Что хочешь, то и говори. Иди сейчас же. Я им скажу, что был болен. Главное, стой на своем.
Ничего не было. Да не торчи-то тут. Беги, пока они сами к нам не явились. Здравствуйте. Здравствуйте. Я пришел, потому что, ну, в общем, я немного ошибся. Никто не отбирал у меня ружье, не запирал меня на ключ, не набрасывал на голову мешок и не душил. Они только забрали, что им полагалось, а меня не трогали. Все законно. Вот документы за их подписью. Кто вас подучил изменить показания? Меня не подучили. Просто это... Я перепутал тогда. Иногда я бываю не в себе. Ну и привиделось, наверное. Интересное видение. Но ничего, разберемся. Садитесь. Пожалуйста. Только правда, они не виноваты. И я не виноват. Не стану же я врать. Садитесь, садитесь. Наверное, он боится, что ему места не хватит. Хватит. Потеснимся. Но послушайте, если виновных нет, зачем же нас держат тут всех? Садись. Успокойся. Не трогай! Ишь ты. Ведут! Наконец-то! Вот так мы сели! Назад! Спокойно. Приветствую вас, люди! Здравствуй, Ванержан! Привет, коротышка! Ай, давай, ну как, что там было? Деро! Деро! Отпустят вас, Деро! Не знаю, пока не говорят. Рано еще. Но все идет как надо. Я им рассказал все как было. А вот сторож что-то изменил, показал. Не волнуйся. Ты же знаешь, мы не крали. Мама, разберутся и сразу отпустят. Патоджан, проходите, не мешайте. Здравствуй, Патоджан. Здравствуй. Я не виновен, товарищ. Я требую справедливости. Ладно, ладно. Успокойтесь, не надо. Бартан! Сначала выяснить, что к чему. Пусть потом людей собирают. Это никакое не преступление. Потом вот я говорю. Вы все сделали правильно. Как вы не бойтесь, Бартан? Как нужно. Иди, дядя Ванес, не задерживайся. Поторопитесь. Прощайте. До свидания. Садись, Деро, хватит. Ладно. Ну, хорошо. Хорошо, ты тоже иди. Давай, иди. До скорого. Счастливо, Вартан. Вернешься, доиграем твою свадьбу. Я пострадавший, товарищи, понятно? Я жертва. Не имеете права меня арестовывать. Не сяду я с ними. Если они меня тогда не задушили, то сейчас уж точно прикончат. Я требую прокурора. Выпустите меня. Подождите. Здесь лишний человек. Куда вы меня тащите? Я из машины не вылезу. Выходи, я виноват, а не они. Он меня и забираете, а всех остальных отпустите. Перестань, Луган. Что же не видно, ну, что ты кричишь? Никуда тебе не нужно. Уж кого судить от меня? Еще на я требую ареста. Рубен, пойдем. Право. Пустите меня, я все равно поеду. А на свободе не останусь. Я протестую. Это грубое нарушение закона. Вы не смеете арестовывать невинных. Я буду с вами сам прокурору. А что я сказал? Не знаю. Я только одного прошу, посадите меня. Эй, куда же вы? Ой, они их увезли. Пусть им очень хорошо. Я уверена, что их скоро отпустят. Теперь чего ждете? Идите домой. Ты что, как домой? Нет. Может, их скоро обратно привезли. Ну, сидите, сидите. Мы что, мешаем тебе? Так спокойнее. Бабкен, их уже увезли. Да, Бабкен, а дальше что будет? Ты бы съездил, разузнал, что к чему. Может, поговоришь с начальником? Тебя послушаю. Помоги нам.